Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Новая пассия Шуфутинского оказалась младше его внука. Главная музыкальная премия страны «Виктория» объявила о начале голосования. По этому случаю был дан грандиозный банкет. Михаил Шуфутинский пришел с юной чаровницей. Михаилу Захаровичу идет 72-й год. Но он все еще нравится хорошеньким девушкам. На гала-ужине по случаю премии он появился с нимфой, которая, как говорят, младше первого внука шансонье Дмитрия. Парню 23 года, а девушке, по слухам, нет и 22. Ах, с какой нежностью красавица смотрела в глаза брутального певца. Как нежно он обнимал ее за талию, поглаживал и что-то сладкое, судя по улыбке счастливой девушки, шептал ей на ухо. Сразу вспомнился царь из филатовского сказа про Федота Стрельца. Хоть волосьев я лишен, а жениться я должен. Шах персидский тоже лысый, а имеет 40 жен. Я ж хочу всего одну, завести себе жену. Не что я в интимном смысле и одну не потяну. Хотя бы одна жена Шуфутинскому, конечно, нужна. Предыдущая, Маргарита Михайловна Шуфутинская, с которой артист прожил более 40 лет, умерла 5 июня 2015 года в Лос-Анджелесе. Теперь артисту нужна хозяйка, которая бы присматривала за многочисленными домами певца, двухэтажным особняком, площадью 900 квадратных метров в Подмосковье, коттеджем и поместьем в стиле ранчо в Лос-Анджелесе, где ранее проживала его супруга. А новой возлюбленной певец говорить не хочет, боится спугнуть счастье. «Нам хорошо вместе, а это главное, а остальное никого не должно касаться», – пояснил шансонье. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!